Но они уедут сейчас, мой хороший. Ты уверена? Конечно. Ну, мне кажется, они специально приехали сюда. Ну что? А, ты уже снимаешь? Никто не догадался на следующий тест-драйв. Сегодняшний день посвящается Lamborghini. И могу сказать, что это как вот тысяч таких... Сколько тысяч там таких? Ну, тысяч, но много. Сколько там? 560. 560, да? Вот таких. Как вам мой выбор сегодня? По-моему, я такого звука не слышала никогда, честно. И сегодня мне помогают моя команда запечатлеть этот момент. Так, вместе? Давай. Это вот так, вот сюда вот ставь. А это уже не слышно. Виктор Данилов, давай. Надо, вот. Всем, народ, привет. И у тебя тоже есть перископ, правда? Да, у меня есть перископ. Welcome to my перископ. Илья Гараев меня зовут. Илья Гараев. И у тебя перископ, да. Я добавлю Илью. Да, и у него смотреть. Очень хорошее видео. Ребята, в Дубай приезжают. Он же в Дубае живет, а я здесь гость. Так что мы сейчас, у нас проходит фотошут. Да, мы сегодня... Alcatel, мы сегодня отель, Дубай. Снимаем. Я прокатилась и обалдела от этого звучка. Так что эта машина меня пленила. Это потрясающе. Видео будет в моем блоге, тест-драйв, и могу сказать, что да, теперь я понимаю мужчин. Потом даже кто-то посвистывает, смотрите. Ладно, мы будем работать, вы можете пока понаблюдать. Ты снимаешь нас? Да. Давай будем сейчас проходить. Да потому что им сказали уехать отсюда. А, да? Я сказал, дай, либо там, парк. Окей, давай. Платье узнаете? Мы вместе его мерили, правда? Так. Еще раз пройдемся. Давай еще раз. Ну, все отлично. Все, да? идем. Да. Теперь моя. А мы с машиной или без? Я думаю, что без. Вот так как-то. Давай полетаем в титро, чтобы ее меньше было. А так с этой стороны. Давай. Подожди, а мне без. Ну что, да, мы пойдем в ту сторону. Давай тогда вот. Да, с расстегнутой молнией. Блин. Застегнем? Почему она расстегнулась? Почему она мне далеко? Но очень все, большое просто, давай. Да. Машинку покажем лучше. Есть что продолжить. Давай тогда еще пофоткаемся, ведь не с машины. Все, выключай. Так, все, я пошел. Прощайся. Машинка чья? Ну, машинка пока арендована. Тот, кто за нее платит, тот ее может поиметь. Ладно, я пошла дальше. Мы будем с Виктором снимать еще платье, поэтому... С вами прощаюсь, чуть позже еще выйду на связь. Люблю.